Дорогие друзья, мы продолжаем дальше. Следующая весовая категория 57 килограммов. Встречаем бойца из Кыргызстана, Эчмамат Улу Молдояр. Его соперник из Узбекистана. Под ваши аплодисменты, Юлчиев Абдывасси! Наши слова благодарности. Благодарим президента Федерации WEF по Карасуйскому району Аманкулова Рашида. Ваши аплодисменты! Встречаем наших бойцов Эчмамат Улу Молдояр и его соперник Юлчиев Абдывасси. Наши бойцы в октагоне уже готовы биться. Итак, в синем углу весовая категория 57 килограммов, рост 168 сантиметров, возраст 20 лет, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион города Ош по ММА, клуб Улу Кыргыз, тренер Өмүрзаков Тенштег. Встречаем, дорогие друзья, Эчмамат Улу Молдояр! Его соперник в красном углу. Также весовая категория 57 килограммов. Рост 168 сантиметров. Возраст 23 года. Команда Узбекистан. Дорогие друзья, встречайте Юлчиев Абдывасси! Бойцы на середину. Выполняем мою команду четко. За шорты, за сетку не держим. Пах, позвоночник, затылок не работает. Пожали руку друг другу. По углам. Удачи, бойцы. Давай. Очень быстро завершили этот бой наши бойцы.
Итак, в первом раунде на второй минуте победу одержал боец в синем углу из Кыргызстана Эчмамат Улу Молдояр! Победитель!